Я вам поправлю. Угу. Так, заходим. Вокруг стола становимся. Вокруг стола, именинник ко мне. Быстрее становимся вокруг стола. А где торт? Торт в студию. Поехали дальше. Филипп, я тебе желаю здоровья, счастья, чтобы ты хорошо учился и занимался спортом. Да он и так занимается спортом. Mm-hmm. Логично. Кривенцов, дай придумать что-нибудь новое. Филипп, я желаю тебе счастья, здоровья. Не я, Филипп. Филипп, желаю тебе счастья, здоровья и везде успехов. Филипп, я тебе желаю, чтобы ты всегда побеждал врагов, чтобы ты перешел в старшую группу, чтобы у тебя были одни пятерки с плюсами. А ты же спросил, а кто такие враги? Чтобы вы понимали, кто это такие? Соперники. Враги. Нет. Я понял. Так, отлично. Говори, братан, и поехал. Говори. Говори. Братан, я желаю тебе. Тихо, тихо. Еще раз, с самого начала. Братан, я желаю, чтобы ты был здоровым. Всегда учился в школе на пятерке. И не обижал меня. Старшего брата. Я тебе желаю первых мест и пятерки с плюсом. Филипп, Постой. Поднимите ножик, аккуратно. Сделаешь, вот повторяй за мной, сделаешь и будешь мне вот так вот, смотри, вот так. От самых красивых мужчин я тебе желаю. Поехали. Давай. От самых красивых мужчин я тебе желаю здоровья, счастья и хорошо заниматься спортом. Отлично, нравится. Также, Филипп, я тебе желаю здоровья, счастья, чтобы ты везде занимал первые места, получал пятерки в школе. Молодец. Давай. Филипп, я тебе желаю, чтобы тебе подарили пиццу. Филипп, я тебе желаю всегда счастья, здоровья, успехов и пятерок с плюсом. Филипп, я тебе желаю здоровья, счастья и пятерок с плюсом. Ким Чен Ын. Филипп, я желаю тебе, чтобы ты учился в школе на одни пятерки с плюсом и чтобы ты перешел в группу 10-13. Молодец, иди в свою очередь. Желаю, чтобы ты быстрее понимал. Ладно. Итак, сил-то у тебя есть много всего. Понимать надо. Понял я? Все, главное стремись. Хорошо слушайся родителей. Не обижай старшего брата. Ладно? И уж дома не делись, особенно в школе. Все. 3, 4. Поздравляю!
стоп, загадал желание? Загадал желание? Загадал? Загадал? Внимание, большой вдох и... Ну, даже не напрягайся. Ладно, все, кушаем, давайте, у вас здесь...